Ну, кстати, не самый плохой квиллбор, так-то здорово. Отличный квиллбор, Андрей. Просто здорово, отлично. Возможно, даже парню. Так, а я хочу, получается, продать корабей, правильно, в такой ситуации? Да, да. То, что будешь спавнить 2-2. Ну, профита я не буду брать, но... Профит нет, блин. Тут же Жазер нужен в такой ситуации. Аль-Джазира. А чё за бабл на Джазера? Это... Он тебе типа... Под... Ты прям веришь, что ты зверя найдешь, да? Зверя, да. Я прям наивный верю. Мужчина. Валерий. А можно будет Бидру на следующий? Морела, Левием. Левием. Ну, кстати, ты неплохо такую снимаешь ему. Самую жесткую шишку. Нормалды. Вообще. Там случилась невыносимая легкость. Да, а я сейчас в полном составе убиваюсь. Ну хорошо, ты бабл снял, конечно. Ладно, есть сейчас шанс, что пока он будет от меня биться, я... Он сейчас все имел, еще будет биться от меня, короче. Найс. Легко. Это было страшно, но прикольно. Но я это сделал. У меня тем временем тяночка за 3. Я даже не знаю, хочу я тяночку. Пусть берется. Так, я вам... Ну, я в четвертую копаю. У меня и выйти-то никак не получится. Так, вот вам деда. Так, вот этого, да, ты искал, дяденьку? Да-да-да. Вот я умею. А, бандитос нужен? Бандитос? Ну, у меня нет генерации, а так будет генерация. Ну, у тебя уже бладгемы такие, вроде, приятненькие. Бладгем у меня сейчас плюс 2, плюс 3. Плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 3, плюс 2, плюс 3. Ну, в смысле, что продать? 3-1 продать? Хочешь с корабея? Ну, не настолько, чтобы лочь тратить него, наверное. Я могу взять сейчас отправить, или сыграть обилку себе. Ну, мне, а, ну давай подумаем, типа, а на кого? На гуся? Ну... На гуся, ну это типа такой вот просто вот пожитранный обилку. Ну, мне кажется, нет, давай ищи что-нибудь хорошее. Ну, вот этот я бы взял, да, пас. Ну, круто, отправляй мне прямо сейчас при Пайпера. Релак. И, ладно, подождем пока ход. Рустам не отправляет прикли Пайпера, так и запишем. А что если это не релак, а real fuck? А можно влево, можно влево, можно влево, пожалуйста, очень надо влево. Ну конечно, мы снимаем баблы. Как же мы снимаем баблы просто? 100 тысяч часов снимаем баблы. Ну тут осталось Муча Келыча, как бы. Ну Муча Келыча, да. Кстати, я об этом думал, Муча Келыча сейчас походу все и убьется. Плюс-минус. Ну так. В общем и целом. А, ну даже не в общем и целом, даже добрый вечер. А тут чё? А тут, кстати, ничего особенного. Чё он роляет? Это чё такое вообще? Get a random warlock. Okay. Ну ты, по идее, должен. Ой, минус гусь, хорошо. Всё, Battle Cry сработал. Гусь плохо. Подожди, а ты бандита, что ли, не поставил? Ну, блин, ладно. Могло быть нахуй. Надо сейчас будет думать, что тебе вообще продавать. Ну, у тебя точно этот таунт продается уже. Он, конечно, молодец, но... Пора и часть знать. Ну, давай бандиту. Mm.
Так, я вам сейчас приклепаю, пайпера соберу, если что. Ой, отлично. В плане, подумай по левелу. Ну, я вышел уже в четвертый. Уже вышел, да? Я, кстати, попал, золотой вообще не нужен, я обил. Вот, я поэтому хотел тебе сказать, что его я, скорее всего, не лучше. А что мы находим? А находим мы Актасари. А не хочется ли вам Актасари, Андрей? Ну, у меня самоны, ну есть самоны, кстати. Так, а что я могу продать? А я могу, видимо, продать бандита, отправить и поставить другого бандита. Элитно. Вот так, вот так. Вот так делаем. Я, у меня теперь специальный агент готовится снимать баблы вражеские. Если там будет несколько баблов, и тебя ничего не спасет. Ну, блин, то, что у меня все равно шишка бьется в самый здоровенный бабл, это епч. Так, у чуваков один хп тем временем, если что. Что-то как-то... Ладно. Ну, найс, минус эти зайчики. Ну конечно, ты, блин, бьешься в крысу. Я ударил, нет, ну тут. Не, ну ладно, поставить было неплохо. Но, блин, я-то, конечно, поборюсь бы. Но я очень надеюсь, что меня хватит там на второго. Второго тебе вообще не хватит. Ууу, пиздец. Все опять в баблу. То, что я прям не люблю, как раз ко мне пришло. Разваливается сейчас. Найс. Вот этого пятерочку бы, конечно, выбери. Ну ладно. Двоечки у Вовочки, а качество в пятерочке. Ну, вам пришел Blood Gay. Blood Gay пришел охочный. О, у меня триплет сессинга происходит сейчас. Это хорошо. Курицу я не беру. Блин, такой стартер пак практически в этих маг. Ну. А, ты посмотри, какой вообще. Очень нужен. Да. О, здорово! Тут-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, ранее еще разок один раз, видимо. И там уже... А, что ты мне с рекрутмента найдешь? Да черт его знает. Подожди, может я найду? О, я нашел, я нашел, я нашел. Тупо first true. Вот ты думал не first true, а это first true. Что вообще first true, Андрей? Терка, опа! Сейвер тебе? Сейвер тогда надо гуся продавать. Мне кажется, ты себе БНГ-бэпера бери. Я-то еще за счет зверей хоть как-то живу, а ты у нас прям совсем печальный человек-человек. Так, мне кажется, Карл мне нахер не уперся на самом деле. Карл тебе настолько не уперся, насколько может не упереться Карл. Так, вот так, вот так, вот так. Я дурак. Вот так. Ты как полнейший. Ты как и, возможно, даже лакает мототак. Просто нормально так. Ну да, бандиты сделали, ну купи хотя бы что-нибудь. О, ну ладно, это пофиг. Нет, гейм конфискейшн. А можно, блин, гидра придет, пожалуйста? Веселая, замечательная. Очень, хорошо. Гидра. Давай, о, снял бабл, видел? 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 Вот так вот. И еще жесткую шишку мы выиграли. Вот так вот надо, блин, играть в эту игру. Ну тут, конечно, мне это ни хрена не поможет, но сам факт того, что я хоть раз в жизни ударился норм, это большое спасибо человеческое. Ну да, просто бьемся мы очень по-мужски. Нормально мы бьемся. Ну хотя лол, даже мы не так уж и плохо бьемся. Нормально мы бьемся. Ты просто посмотри вокруг, что происходит. Вот это, конечно, печально. Ну я ему убиваю хотя бы дядю, и все. А, ну с этим ты точно справляешься. Слушай, а ты смотри, какие у тебя разбаханные блокгемы-то тем временем.
У тебя Геокакус прям офигенно себя чувствует. И этот умер, и... Слушай, у тебя Бладгемы просто 7-9. Бангабопер играет 2. Беннербор играет. Слушай, мы, по-моему, вообще неплохо мы устроились. Мы прям неплохо устроились, мне кажется, нам надо будет Тавтаска, даже, возможно, если он не разбахается нормально, может его даже продать. Я без него что-нибудь типа... Тетеньку из пятой. Погим Конфессейшн. А, Джазера. Релак. И. Блин, дают еще Джазер, но мне кажется, ты там... А, это продается Тавтаск. Да, 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 да. Ну, играй просто одного, да, и все. Отлично. Так. И, да, возможно, даже спиздить... Спиздить с 13-15 и спиздить с Баннер... С Релака можно, кстати, на самом деле, тоже вариант. Ну, пойдет, пойдет. И переставится, чтобы Геомагусы слева и справа от Баннербора. Все, шикардос. Так, я хочу сыграть Бладгем. Офигенно, я, конечно, вообще затащил. Издеваешься. Спасибо. Ну, бананы просто в бабл любой. Да. Ну, теперь тебе... Я, наверное, оставлю смысла. Один банан, потому это что... Чем? А, хотя да, у меня у тебя же нет... Я сейчас буду тоже руку чистить. Блин, чё продавать-то это, капец? Не продавать, чё, блин, на кого бананы юзать? Я всё надеялся, что я гидру найду в какой-то момент. Это... Вот мне скоробей бы, кстати, пригодился сыграть на релака. А, ну, так я могу его и тебе отправить. У меня... Таргетов-то особо и нет. Вопрос только, как ты его будешь играть, конечно. Ну, я, видимо, продам в какой-то момент что-нибудь. Ага, релака, чтобы поставить другого релака. Ну, да. Очень смешно. Тебя тут-то спасает исключительно триплет этого, Геомагуса. Да. Ну, или триплет Баннербора, но это мы не особо рассматриваем такой сценарий. Ну, слушай, ну ты прям разогнался прям замечательно. Мне прям очень нравится, как ты разогнал. Ой, еще с такими ударами, блин, самую жесткую шишку. Ой, еще с такими ударами. Господи, Рустам, ты просто... Кесмос из... Ну вот, бабл ты снимаешь, но ты по-любому его снимал бы. Неприятно. Да. Ну и хрен бы с ним, правильно? Вообще. Ну ты прям насекок какой закрыл, мне кажется. Ну, 30. Ну, Кел зажали. Я, к сожалению, не дотягиваю до вашего божественного уровня. Так, мы берем ас. Правильно, ас я очень люблю. Триплет релака. Так. Триплет релака. Понял. О, идеально! Вот теперь у тебя все выставляется и реборн делается. Давай спайк-то. Только да, сначала купи этого зайчика. Я могу тебя выставить, пасом отправить. Ну подожди, подожди, подожди. Сейчас я еще быстренько поищу, может я гидру найду. Так, вот вам гидирок замечательный, бесполезный. Определенно бесполезный, но я сыграю билку просто. Сейчас, подожди, подожди, только мне не торопись с выставлениями. Есть еще вот это мужчина. Так. Ну, не, я нихуя не нашел. Так. Давай с пики до севера. Опа. О, Волвишер, хорошо. Муж или Волвишера, да. Ральни тогда разочек. О, так. А, вон у тебя уже триплет. Или нет? А куда он делся-то, лол? Кто? Я тебе Тавтаска прислал. Я его продал. У меня ж нет, вообще... я его давно еще первого я продал давно. Ну ладно, похуй тогда. Тогда просто спайк сейвер отправляйте. Мы сделаем вот так. Да. Вот ты так. Можешь еще ролльнуть тогда. А, ну, тоже так. Пойдет. Так вот вообще гениально. Это был гениальный байт. А вот это мы тебе отправим. Вот это прям хорошо. Ну, у меня ощущается дефицит гидры в крови. Типа, круто, что я нашел спайк севера. Но у меня ни пупук, ни гидры. Так.
И да. Вот так. Да. Сейчас бы бабл не на релака вешать. Заметил? You just can't make this stuff up. Оу. Какая боль! Ну вот это хорошо, вообще. И, кстати, хорошо, что он их выпилил именно так, да. Потому что чувак запорнулся. Тебе попук нужен, то есть. Да, да что ты? Попук вообще очень нужен. Блин, Рустам, ты так предложил, я не задумывался даже об этом. Но вот теперь я обязательно досмотрю такого. Это было хорошо, и сейчас еще в реборнера. Вот так, ладно, тоже пойдет. А вот так не пойдет. Не пойдет. Ну, снял бабл. Это бы еще бабл. И еще бабл. Я снял два жестких бабла. Мне кажется, ты должен такое кушать. Ну, правильно, потому что сейчас второй вылезет. Но может второй не такой жесткий? Ну, конечно, ты разбиваешь не в том порядке. Потому что зачем разбивать в том порядке? А еще у тебя... Ты искал, да? У тебя проблемы происходят, что у тебя клепайпер не умирает. Нам надо задуматься. Надо срочно еще единичку искать и воровать у приклепайпера все, что можно. Ну, сейчас гидры вроде должны освободиться, если я все правильно считаю. Они должны, да. А Бахтасари 10-10 будет, так что... Даже не смешно. Там четко доступно и популярно объяснил, почему... О, о, это нормально, нормально. Почему, слышь, да. Проблема только, что Prickly Piper, конечно, не умер. Зараза. Зато плюс 4 хп. Ну да. Хихи хп. Хихи полнейшее присутствует. Так, ладно, делаем коммит. И... Легко. О, единичку давай. Давай, давай, давай. Легко, воровать, я... только переставиться, да. Отлично. Он даже не получил ни одного. Какой же мужчина. Ставится. Все, что тебя касается. Ну просто первым ставь его, бабл снимать уже какой-нибудь. Да. Все, что тебя касается. Снял, снял, называется. Снял, да? Снял. Слышишь там? Снимай. Я сказал снял, да? У меня, конечно, микропроёб будет. Мне надо курицу как-то переставить тогда. Курицу мы переставим. Ты поставь, чтобы у тебя вот буравёр был. Можно даже буравёра на самом деле поставить первым, чтобы спать сайвера, если ударим. Ну, тоже вариант. И вот так вот тогда. Ну, я боюсь, что до меня может и не дойти, на самом деле. Но, если дойдет. Я в зверях, это тот еще фрукт. Так, ну окей. Ну, это вообще не страшно, то, что у него стоит. Ну, ударился. Ты, типа, снял бабл. Ну, неприятно, но... Окей, на, вот это вот идеальный удар. Ты ему самую жесткую шишку сейчас выпилил просто. Так, видите, раунд. Но я пока решительно не вижу, если у них нет скама, как они 600 хп будут убивать. Вот, а, вот, все. Тут. Ему теперь физически, по-моему, не хватает никак убить 500 хп. Там же под магнанием муза там не было никаких героев у чувака, правильно? Не, все, это легкое. Это я так делал, да. И они сейчас уезжают, потому что я сейчас в полном составе выхожу. Ну это капец, я в зверях вообще не собрался, гидра на последнюю волну. Но зато тебя мы прям просто... Я находил бафы тебе, ты находил. У тебя преклепайпер был с самого начала, по сути. Потому что моя раскопочка в третью. Ты сам там себе нашел габопера тоже идеально.